если вам мешает реклама, вы можете закрыть рекламное сообщение, просто нажав на крестик в верхнем правом углу рекламного блока. Пизда, конечно, блядь, охуительно, блядь, сделано. Пиздец, блядь, ты ебаный глаз, Ладно, мам, давай, пока тут авария. Ты-то куда? Ты оставайся с детьми. Все борьбу продолжают, поэтому за Манчестер Юнайтед Мата сыграть не сможет. Кстати, приобретение Хуана Маты. О, кому, как вы думаете, сильнее всего ударит? Манчестер, Валенсия, Янг. Не, на они нет, я думаю.
ДТП. Что ж вы, гады, коллеги, делаете? А если забьют вашего родственника? Ведь уехать – это означает не вызвать скорую, а в России по статистике 62% сбитых гибнет до ее приезда, а еще 10% во время транспортировки до больницы. В этих 72% в основном пешеходы, умирающие в темноте на обочине, но среди них есть и сами водители. И вот мои советы пешехода, пешеходам.